телеграм-канале Департамента образования Самары напоминают, что 18 ноября будет проводиться дополнительное распределение свободных мест в детских садах на 22-23 учебный год. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения в заявлении неточности и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке. О предоставлении места для ребенка в дошкольном учреждении родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. В телеграм-канале железнодорожного района рассказывают, чем чревата неформальная занятость, то есть работа без официального оформления трудовых отношений. Неоформление с работодателем трудовых отношений влечет за собой негативные последствия как для работника, так и для работодателя. Работник остается без всех социальных гарантий. Он также не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, поскольку исключается из сферы действия закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Работник лишается гарантированного минимального размера оплаты труда. Что касается работодателя, то за установление нелегальной выплаты заработной платы ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 419 Трудового кодекса Российской Федерации. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что 15 ноября в 16:30 во всех районных подразделениях пройдут дни открытых дверей. Это отличная возможность для жителей задать интересующие вопросы. Основные темы – меры социальной поддержки, в том числе новые выплаты, универсальные пособия для несовершеннолетних, социальная поддержка в виде социального контракта по поиску работы, отдых и оздоровление несовершеннолетних в учебный период, трудности воспитания подростков, профилактика нарушений родительско-детских отношений, правила поведения в общественных местах, информационная безопасность в сети интернет.